Всем привет, ребята. В общем, у меня в доме рухнула вот эта стена. Тут ничего сейчас нет. Ладно, сейчас пойду сдам дерево. Да уж. Этими изумрудами, блин, замахнешься. Надо еще воды набрать, сходить. Фей, что ты делаешь в моем огороде? Да так ничего, просто воду упал. Ну, смотри, смотри. Здорово, короче. А куда мне дерево-то сдавать? Три изумруда. Неси в мой дом. Да. Да, мне понравился. Ну, здесь живешь? Где ты живешь-то? Ну, точно уж не здесь. О! О, это его костюм. Да, это его костюм. О, не удочка, уже рыбак у нас. Так, три изумруда. Так, все. Ровно. Думаю, мне хочу поверить. Ну, все, я как бы положил в этом. Ага, спасибо. Нет. Так, не хватает? Нет, не хватает. Пойду, ладно, зайду. Домик заберу здесь. А, что даже не постучался? Ой, прости. Привет, Федор. Привет. Короче, дашь в долг 2 изумруда по-братски? А тебе зачем? А мне кредит надо, вот оплату, 15 изумрудов. Ха, то бери. 2 изумруда ты вернешь. Ну да. Так, раз и два. Спасибо, очень помог. Ха, не за что. Пока. Пока. Ну, нормально, хотя бы помог. Здравствуйте, я вот принес 15 изумрудов, куда мне их ложить? Сейчас, подожди. Ладно. Эй, покажи камеру. А, все, ладно. Можно, пожалуйста, включить запись? Ладно. Положи быстро изумруды. Все, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, изумруды все получаются. И чек сюда тоже. Да, у меня по счастью, да, новость плохая. Какая? Ваш дедушка, который живет далеко отсюда, умер. Извините, не дедушка, а папа. Я сразу догадался, что папа. Других родственников нет. И так как вы единственный его наследник, вы получаете его дом в другой деревне. И еще вы получаете, к сожалению, добавку к кредиту. А почему к кредиту добавка? Потому что у вашего отца был кредит на 150 изумрудов. Сколько? Сколько? Извините, ошибочка вышла. 135. Ух. Что? Я вам должен уже время. То есть я вам должен 220 изумрудов? Или 210? Ну да, примерно эту сумму. Да. Ладно, я потом зайду к вам, спрошу, где дом. Это вопрос не к нам, а к мэру. Ладно. До свидания. Чёрт. Что делать-то, что делать? Я точно не накоплю за эту жизнь 220 судов этих. Почта. Нет. Нету ничего. Что мне в этом доме делать вообще?
Мне кажется, надо из него съезжать. Нахрен мне кредит брал еще. Блин, а что делать? Земля вообще стоит. Что на земле я делаю? Блин? Полка это где-то может. Блин, давай, даже не знаю, что делать. Пойду в речку скупаюсь. Блин, пещера. Я скоро стану бомжом местным. Я точно знаю, что через речь, через две реки есть. Вот там деревня впереди. До нее даже хотят поезд, по-моему, проделать. Где потом по вагонеткам гонять. Обрубленно как-то становится. Но, я не знаю вообще. Может, но я не знаю, где мой отец жил. Он ушел из нашей семьи, когда нам было, когда мне и моему брату было по 8 лет. Да, мой был брат. Но он тоже умер. Еду. Овцу рубите. На. Хорошо, овца. Мушать кому-нибудь нужно. Давай побегем хоть что-то. Разомнемся как раз. Эй, жители, кому-нибудь нужна шерсть? Мне нет. Нет, точно не нужна. Нет, я не хочу шерсть. Ну, а кому-то нужна? Кузнецу! Кузнец тебе нужна? Да. Сколько стоит? Ну, думаю, одна шерсть, один изумруд. Что это за сцены? Ну нафиг! Он... Стой! За две шерсти разного цвета, один изумруд. Ха. Принеси завтра, сейчас у меня нет изумруда с собой. Ладно. Мясо поел. Да, скоро за мной, мне кажется, начнут бегать коллекторы. Да, ладно. Ужасно. Наверное, буду вырубать камеру. Потом схожу к Васе, подзаряжу. Ладно, всем пока.